Снова здравствуйте, друзья. Ну, пока что один ус обкатал. Начиная отсюда, да, о, не показываю. Вот отсюда, где-то отсюда, начиная обкатал до сюда. И на расстоянии показывает на, ну, сотку. Здесь у нас тетабусов. Вот налево, если провести на 200 миллиметров, должно быть, показал у них 4 сотки. Я не домываю, как это у меня сейчас показывает одну сотку. Ну, допустимость 5 соток. Сейчас вот это обкатаю и посмотрим. И сейчас я покажу, как обкатал. Поставлю на паузу. Вот, поставили на ноль. Ну, сбоку немножко не туда видно в камере. И решил с конца проверить. Сейчас до конца пойду. Ну, там заявлено было, что 200 миллиметров. Ну, здесь 240, пройдемся 200 миллиметров. Посмотрим показания. Должно быть где-то 0,4. А потом продолжу до конца стола. Не знаю, правильно мерю или нет, или в середине я должен мерить. Видно будет. Ну, уже 0,4, 0,5, 6 соток. Сейчас еще. Вот, 240 миллиметров. У нас 5, 6, 7,5 соток. Ну, если мы будем работать в основном в центре, сейчас я поставлю примерно откуда до куда я работаю. Ведь такие большие проходы, я не знаю, делаю или нет. А, ладно. Например, начнем отсюда. Сейчас поставлю на ноль. Вот у нас ноль. Сейчас пройдем 100 миллиметров, точнее 130 миллиметров, и видно будет. Ну, это подходит к середину стола. Полсотки, значит, вот в этом конце что-то не то. Начинает от 130, вот здесь полсотки. Сейчас пройдемся еще 130 миллиметров, или видно будет. Миллиметров до упора почти. Ну, почти 2 сотки. Ну, вывод в чем? Вот отсюда до сюда разница 2 сотки. Не знаю, видно, сейчас я отдалю. Вот 130 и здесь 100. Здесь получается у нас 240 миллиметров. Вот столько по длине, проход почти 2 сотки. Но если сейчас покажу,
поставить вот отсюда в конец стола где-то 10 сантиметров, получается здесь 5-6 соток разницы. Сейчас я выставлю поперечный, ну, Y, думаю, вот это. И в центре буду проверять. Потом проверять один конец, потом другой конец. Сейчас поставлю на паузу. Вот, выставили на 0. И будем передвигать столь от старения до сюда. И посмотрим. Ну, это ступенька. Ступенька. О. Вот отсюда до сюда где-то плюс-минус 2 сотки туда-сюда. Сейчас отдалю. Вот от начала до сюда плюс-минус 2 сотки. А вот в самом конце, вот здесь, уже 3-4 сотки показывает. А там у нас должно быть 2 сотки. Ну, я прикрепил здесь, снял конус и прикрепил прямо вот в этой части. Сейчас я еще кое-что проверю, покажу. Вот, хочу проверить подача шпинделя. Ну, это просто так, не ось, это подача шпинделя. Не знаю, правильно, неправильно, но, в общем, так. Ну, в принципе, в нолях. Это хорошо. Еще не знаю, что проверить. Правильно я мерил или неправильно. Подскажите мне, это нормально или ненормально. Вот. Купили маленькие прецизионные тиски. Как раз для этого станка. Буду работать им. Спасибо всем.